Всем доброе утро! Сегодня у меня Леночка. 2 месяца назад мы делали милирование и тонирование. И стриглись. Вот как отросло. Я считаю, это подходит еще для такого переходного периода, когда можно затонироваться. А потом уже через месяц, через полтора сделать милирование. Ну вот, задача такая. Я пользуюсь Сигурой Рояль. Сейчас разведу краску и будем тонироваться. Вымыли волосы, 2 раза шампунем, бальзам не наносили. Взяла оттенки 9,49, 10,1 и 12,1 с 3% оксидантом. Посидим полчаса. Полчаса 35 минут. Вот, можно смело ходить. Еще месяц-полтора. Черные корни мы закрасили. Остальное затонировали. Не стриглись, ничего. Так. Уложились. Всем пока!